Я Газима Бирмагомбетова, мне 66 лет, я приехала из Казахстана в Стамбул. Я врач по специальности, сейчас до настоящего времени пенсионерка. Заболела и приехала на лечение в Стамбул, клинику Мемориал. У меня болела нога более 3 лет. Она начала в последнее время, очень сложно было ходить, долго сидеть. Боли каждым разом усиливались, плохо помогали препараты. При обследовании мне выявили патологию позвоночника, грыжу с давлением спинного мозга. Я проконсультировалась с многими клиниками Турции, России. Потом приняла решение приехать именно в эту клинику. Это подтвердилось при встрече с ним. Когда я прилетела, я же еще была первый раз с ним, еще раз встретилась. Я очной встрече, я прямо была уверена, я смело шла на операцию. Мне было страха особого не было. Вот как-то вот доверилась я этому доктору. Газима ханым 66 yaşında Kazakistan'dan gelen bir hastamızdı. Kendisi doktordu. Belinde dar kanal şikayeti vardı. Bel ağrısı, bacak ağrısı ve yürüme mesafesinde de azalma vardı. Kendisini başarılı bir cerrahiyle hepsine gönderdik. У меня сейчас абсолютно те проблемы, которые были до операции, прошли. Сегодня меня беспокоит немножко, но проблемы, связанные с операцией. Ну там, я врачи, конечно, тоже очень благодарна. Я почти влюбилась в Химальби, Унурби. Это вот профессионалы высокого класса, при этом очень внимательные, добрые. Прибегали, меня подбадривали каждый день. Вот на перевязке, на обходе. И вот знаете, как они мне сказали, когда первые дни мне было, конечно, после операции очень больно, ограничение движения. Даже мне было умываться сложно, принимать пищу было непросто. Как они мне говорили, каждым днем у меня была положительная динамика. Я благодарна. Очень благодарна клинике Мемориал. Я благодарна себе, что я выбрала эту клинику. Смогла помочь себе. Спасибо, Мемориал. Спасибо, Унурби. Тишикуллер, Мемориал. Тишикуллер, Унурби.